Внешняя утечка воды на переулке Суворова, 27 в Ульяновске, опасений не вызывает. А ее последствия больше похожи на таяние снега, чем на коммунальную аварию. Однако проблема сильно беспокоит жильцов. Прежде всего из-за долгого бездействия. Ведь, по словам жителей дома, фонтаны из асфальта начали бить еще 21 марта. Свое негодование они высказывали в социальных сетях, сообщали об утечке в администрацию города, водоканал, управляющую компанию. Собственников квартир волнуют долгосрочные последствия. Да, может быть, это с виду маленькое, но если, допустим, подтапливать снизу, вымывать песок, землю, а видно из этих вот протечек, что уже песок идет, то вдруг у нас машина, например, провалится, кто будет отвечать за эту ситуацию? Однако проблемы появились значительно быстрее. У входа в подвал образовался внушительный слой воды. Сотрудники управляющей компании наконец-то выехали на место, но только чтобы откачать воду. Возможной причиной происшествия они считают таяние снега, но жильцы с этим не согласны. По мнению владельцев квартир, подтопление подвала все-таки могло произойти из-за утечки из трубы около дома, которая принадлежит собственнику одного из частных домов, находящихся рядом. Однако воду нерадивому соседу сотрудники Ульяновского водоканала так и не перекрыли. Пока ограничились уведомлением. И в течение 24 часов, если не будут приняты меры, УМУП Ульяновский водоканал будет вынужден ограничить подачу холодного водоснабжения данного абонента. По мнению специалистов, устранить аварию собственник частного дома должен будет за свой счет. Но даже если этого не произойдет, проблему все-таки смогут решить. В случае, если он будет бездействовать, УМУП Ульяновского водоканала имеет право устранить данную утечку и через суд возместить понесенные затраты на устранение. Пока жильцам дома на переулке Суворова остается надеяться только на осознанность владельца частного дома, а также на быструю и максимально возможную помощь Ульяновского водоканала в случае необходимости. Юлия Руднева, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.